22 апреля состоится турнир «Открытое первенство Раменского городского округа» на призы от «Единой России», посвященный Международному дню настольного тенниса. Состоится он в 12 часов в ДК «Победа» в Будельной. Дети участвуют с 5 лет и до 14. У нас 3 возрастные группы, соответственно, будет 3 группы призеров. И заявилось уже около 50 человек. Дети в 5 лет, они еще не умеют играть на счет, поэтому они соревнуются не на счет, не в игре, а именно в теннисных умениях. Они могут держать мяч на ракетке, они могут с ним приседать, выполнять разные движения у стола. Команда набирает очки по результатам набранных очков. Выявляется победитель.